Сегодня у нас нож РУС, выпущенный в ограниченной серии, стали D2. Нож в масле, поскольку данная сталь требует ухода, но зато имеет высокую твердость. Нож выполнен в классическом стиле, да? Имеет прямые формы, прямые спуски от обуха, толщина сведения здесь, ну, чуть-чуть меньше, чем у серийной стали ОС-8. Если там 0,5-0,6, то здесь порядка 0,4. Вот. Нож стандартный, обычный пластик.